Акцию «Вызов кузов» приняли работники территориального фонда медицинского страхования. На 13-м километре Покровского тракта столицы собрались более 60 сотрудников организации. Этот вызов они приняли от Саха Медстраха. К концу дня работники фонда собрали более 300 мешков мусора. Надо беречь природу, надо беречь ее чистоту. Поэтому наша акция призвана сделать мир лучше, мир чище, не только вот в наших пределах города, но и во всех регионах, районах республики. Поэтому мы призываем всех поддержать нашу акцию.